Новогоднюю елку на трехметровой глубине бассейна «Спартак» установили дайверы. Традиции уже больше 10 лет. В этот раз в погружении поучаствовали более 30 взрослых спортсменов и воспитанников детской секции. Праздничные напитки под елкой открывали водолазным ножом. Не обошлось и без новогодних персонажей. На дно бассейна нырнули Снегурочка, Дед Мороз и Черт, похититель праздника. Все в тематических костюмах и аквалангах. Один из героев – дайвер в образе Нептуна. Он показал специальное советское снаряжение для подводников и 7-килограммовый трезубец. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.